Добрый день, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на канале. Сегодня у нас 1 октября 2023 года. Вот, и хотел бы продолжить цикл видео «Растим большие тыквы». Вот. Вот так вот на сегодняшний момент выглядит наша могилевская красавица. Сына несколько раз уже просил, чтобы он не садился, но дети есть дети. Вот. Поэтому вот так она выглядит. Сыну 5 лет. Я думаю, что по габаритным размерам она, наверное, поболее будет, чем наш замечательный малыш. Вот. Вот так вот, уважаемые друзья, на сегодняшний день выглядит наша тыква и, значит, тыквенная плеть. Вот. Плеть растет каждый день или через день, уважаемые друзья, как по возможности собираем маленькие тыковки женских цветков. Они до сих пор еще растут. Вот. Сейчас пройдем в парник. Посмотрите, какая здесь тоже лоза. У нас появилась уже маленькая проблема. Вот обратите внимание на листики. Здесь уже появилась мучнистая роса именно в парнике, потому что все-таки здесь собирается влага, поливаю. Вот, конденсат, и, соответственно, как бы начинает немножко у нас все это вот кое-где подгнивать, потому что и сам хожу, поливаю. Бывает неаккуратно, где-то заденешь, где-то что-то это, и все это гниет. Вот. На сегодняшний момент в парнике у нас температура составляет 20 градусов. Вот. 20 градусов. Поэтому вот так вот выглядит тыквенная плети в парнике, уважаемые друзья. Вот. Сейчас зайдем за парник. Обратим внимание, тоже здесь. Самое удивительное, что до сих пор вот плети растут, тыковки, уважаемые друзья, растут, все растет. Вот. Надеюсь, наша тыква тоже растет. А, забыл, уважаемые друзья, сказать вам, что для того, чтобы немножко не гнила наша тыквенная плети в парнике, потому что и появилась мучнистая роса, и я неаккуратно тоже где-то раздавил, где-то раздушил. Вот, я делаю удобрение, такой как бы растворчик, 1 литр золы на 10 литров воды разбавляю. Вот, это отличным является и калийно-фосфорным удобрением. И, соответственно, как бы произвожу как бы профилактику от гнили и различных бактерий. Вот. Поэтому вот так вот на сегодняшний момент у нас обстоят дела. Вот. Водичку тоже налил. Сегодня вечером, сейчас солнышко сейчас есть. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, солнце такое конкретное. Вот, немного подожду, еще часа два, и буду вечером поливать уже. Вот, всем, уважаемые друзья, спасибо за внимание. Вот, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хорошего дня.